Всем привет! Сегодня я вам покажу, как я готовлю индейку соусом карри на кокосовом молоке с овощами и жасминовым рисом. Вегетарианцы, веганы, те, кто не переносит лактозу и глютен, остаемся со мной до конца видео. Вы не пожалеете. А также люди, не пьющие алкоголь. Для одной категории вам нужно будет убрать всего лишь мясо, для другой категории нужно будет избавиться от вина. Это все возможно в моем видео. Ну что, погнали наших городских? Всю рецептуру, все ингредиенты и их количество вы, как всегда, найдете под видео. Все, что вы здесь на данный момент видите, это не обязательно вам иметь. Можно варьировать с мясом, с овощами. Так, для этого блюда мне понадобится морковь, цукини, пророщенная фасоль, сладкий перец, шампиньоны, стручковая фасоль, лук, черешковый сельдерей, чеснок, пак чой, кукурузный крахмал, соль, карри порошковый, кокосовое молоко, карри паста. Я буду использовать желтую. Она у меня просто внутри, там немного осталось, мне этого будет достаточно. Если кто-то любит поострее, то тогда рекомендую взять красную пасту. Лемонграсс, листья лайма, лимон, мясо индейки. Я отдал предпочтение бедру. Кто-то любит грудку, я не из тех людей. Я люблю мясо, которое более такое пожестче, скажем так, которое имеет структуру. Вино, оно не должно быть обязательно розе. Оно вообще не должно быть обязательно. Кто хочет, тот применяет, кто не хочет, не применяет. Жасминовый райс. Если нет жасминового, рекомендую взять басмати. Если нет басмати, то взять длиннозернистый, какой есть. И растительное масло. Так, работаю на двух досках. Одна для мяса, одна для овощей. Так, пару резинок. Не для занятия сексом, а чтобы доска не скользила. И занимаемся мясом. Шкуру убираем. Срезаем все жилки. Вырезаем кость, если таковая присутствует. Если вы делаете карри из грудинки, то, естественно, эта проблема у вас уже решена. Кости, все жилки пойдут на бульон. Ничего не выбрасывается. Мясо я очистил и начинаю нарезать его. Вот на индейке прекрасно видно. Волокна идут вдоль, поэтому мы будем резать поперек. Разрезаем вдоль и нарезаем мясо поперек. Так просто мясо после жарки будет у вас нежнее. Так, мясо у меня готово. В общей сложности чистого веса мяса у меня получилось 800 грамм. Первоначальный вес мяса с костью весил 1 килограмм 255 грамм. На кухне бы у меня уже давным-давно разогрелась сковородка, я бы начал обжаривать мясо. Но так как я хочу вам весь процесс показать от начала и до конца, то мясо я убираю в сторону и начинаю заниматься овощами. Так, помыли руки, помыли овощи и стартуем. Пак чоу. И произвольно нарезаем. Так, сладкий перец. И также произвольно нарезаем на небольшие кубики. Так, цукини. Попки обрезаем. Пополам. Еще раз пополам. Сердцевинки вырезаем и выбрасываем. И вот так наискосочек их нарезаем. Шампиньоны режем тоже грубо. Так, морковь очищаем, обрезаем с обоих сторон, пополам, ну и так же, как цукини. Так, сельдерей. Фасоль обрезаем с двух сторон и на три части. Мы ее будем отваривать. Но чеснок и лук я вам показывать не буду. Перемещаюсь к плите. Сковороду я раскалил, теперь я добавляю масло. Очень многие, даже и повара, допускают большую ошибку, что они сразу поставили сковороду холодную, туда налили масло и начинают его нагревать. Во-первых, уходит много энергии ненужной. А во-вторых, масло горит. Чтобы этого не было, нужно сначала раскалить сковороду, а потом добавить масло. И обжариваем наше мясо на сильном огне. До золотистой корочки. Небольшими количествами. Иначе сковорода у вас остынет, и мясо будет не жариться, а париться. Мясо пока не солим. Мясо обжарилось. Я его присаливаю. И отправляю в сито. И обжариваю следующую часть мяса. Сразу я поставил воду для стручковой фасоли. Я ее буду отваривать. Иначе просто она, у нее, если ее готовить, она готовится довольно долго в соусе. И
вторая причина, что она потеряет просто-напросто цвет. Этого я не хочу. Так, кипящую на сильном огне воду, предварительно круто посолен, я отправляю порезанную зеленую стручковую фасоль. И варю ее до состояния альденте. Примерно 5-7 минут. Ну, желательно проверить. Фасоль у меня готова. И я отправляю в холодную воду немного льда. И мою готовую фасоль сразу же охлаждаю, чтобы она у меня не потеряла цвет и перестала вариться дальше. Имейте в виду, фасоль нужно варить в хорошо кипящей воде. То есть температуру не сбавлять. Иначе она у вас будет вариться дольше и потеряет цвет. Она станет такой, знаете, бурой, серой. Поставлю в холодной воде буквально на минутку и потом солью воду. Моя фасоль готова. Теперь обжариваю овощи. Вот в этой последовательности, которую вы видите у меня на плите. Сначала шампиньоны, потом добавлю, возможно, к шампиньонам попозже немного сладкий перец. И далее буду обжаривать цукини, пак чоу и отростки фасоли. Ну вот, теперь можно добавить паприку. Сразу присаливаю. Буквально минутку и я отброшу овощи на сито. И буду обжаривать цукини. Ну вот, друзья, овощи мои готовы, а я приступаю к приготовлению соуса. Так, наливаю немного масла, добавляю пасты, карри-пасты. Вот, знаете, тут трудно что-либо посоветовать, вот на мой вкус, на это количество, то, что я готовлю, лично я бы взял бы для себя 30 грамм. Ну, а вы смотрите уже сами по себе, сколько вам нужно в этом плане. Насколько вы крепки, сильны, насколько у вас рабочий желудок. Так, немножко карри обжарим. Вот уже пошел аромат, карри начал раскрываться. Теперь я добавлю сюда свой лучок, который я заранее уже порезал. Добавлю сюда сразу лемонграсс, я его мелко порезал. И добавлю сюда немного порезанных листьев лайма. И теперь я это все отфасирую. Так, чтобы у меня сильно не пригорало, я обдам немного вином. Чуть-чуть буквально. Кто вино не пьет, можете сделать это просто холодной водой или кипятком. Там немного потушится, буквально чуть-чуть, и потом добавлю молоко. Так, добавлю немного воды, и мне нужно, чтобы сейчас мои специи все проварились. Мои специи проварились, я добавляю теперь кокосовое молоко. Я добавлю весь полностью 1 литр, я сразу его присаливаю. Добавляю оставшиеся листки лайма. Мне нужно будет потом следить за вкусом соуса, чтобы как только они начнут доминировать, чтобы их сразу удалить. Иначе они потом забьют весь вкус. Так, вот добавлю немного порошка карри. Вот при приготовлении соуса вы можете регулировать ту остроту, которая вам необходима. Именно уже порошком. Так, все перемешаю и дам покипеть. Так, но я еще хочу, чтобы цвет соуса был у меня насыщенный, поэтому я его немного подкрашу специальным пищевым красителем. Называется он колоранте, либо зафрипа. Я укажу в описании. Можно было, конечно, подкрасить и шафраном, но я считаю, что шафран здесь неуместен, так как мы все-таки готовим карри, а не шафран. Мне было бы просто очень жаль его сюда добавлять. Так, ну варим теперь соус по своему вкусу, а далее мы его процедим через сито. Соус мой готов. По вкусу меня, лично меня все устраивает. И я процеживаю его через сито. Добавляю наше обжаренное мясо и сразу заливаю соусом. Дам мясу покипеть, чтобы оно приготовилось. Имейте в виду, что индейка готовится довольно быстро. Тем более, если у вас грудка, то готовится вообще моментально. Дам немного покипеть, соус загущу и добавлю овощей. Пока мясо готовится, я подготовлю рис. Рис я отвариваю всегда в рисовар. Он так получается вкуснее. Пропорции очень простые. В зависимости от того, сколько риса вы хотите. Я возьму 2 пиалки. Вот одна пиалка риса у меня весит 190 грамм. 2 пиалки риса. Рис я для начала промою, а потом добавлю воду. Воду я добавлю 3 пиалки. То есть в данном случае 2 части риса, 3 части воды. 3 части риса, 4 части воды. То есть одна часть больше, чем риса. Ну и добавляю воду. Все, 3 части воды на 2 части риса. Так, сразу присаливаю по вкусу, размешиваю. Руки у меня чистые, не переживайте. Помимо этого, рис будет еще готовиться, вскипит, и все бактерии умрут сразу. Так, здесь уместно будет добавить либо оливкового масла, либо сливочного масла, либо растительного масла. Я вот добавил сливочного масла буквально 20 грамм и отправляю в рисоварку. В рисоварке рис у меня будет готовиться примерно 15 до 20 минут. Мясо у меня уже почти готово. Я забрасываю морковь, так как она у нас еще не вареная, и забрасываю черешковый сельдерей. Я разбавил холодной водой 30 граммов кукурузного крахмала. И сейчас я соус загущу. Сейчас самое время, потому что овощам времени много не нужно, чтобы они приготовились. Остальные овощи у нас все готовы. Их нужно будет только прогреть.
Я добавил не весь крахмал. Мне нужно, чтобы масло закипело, иначе я не смогу определить, какой густоты у меня уже мой соус. Возможно, мне понадобится добавить еще немного. Да, я смело могу добавить весь крахмал, который я подготовил, 30 грамм. Дам под крышкой покипеть 5 минут и добавлю остальные овощи. Так, ну вот, овощи покипели 5 минут. Я добавляю чеснок. Я взял один большой зубчик чеснока весом 6 грамм. Тщательно перемешиваю. Добавляю овощи. Дам закипеть. Уменьшу температуру на минимум. Закрою крышкой и дам покипеть еще буквально 5 минут. То, что я вам еще не покажу, я взял лимон. Предварительно его ошпарил кипятком и хорошо протер. Я натру немного цедры лимона и дам еще маленькую кислинку лимонным соком. Вот и все. А я перехожу на стол подачи. У меня обед. Предварительно смочил пиалку водой. Так, веганы и вегетарианцы, вы запомнили, да, что я добавил 800 граммов мяса. Если вы делаете без мяса, то, естественно, нужно вам добавить 800 граммов овощей. Можно добавить петрушки, если у вас есть, а еще лучше кориандра. Но это на любителя. Ну вот и все, мой обед готов. Да, еще такой момент. Если кто-то там ожидает гостей и не знает, сколько ему приготовить, значит, смотрите, вот такая вот порция. Значит, соуса с мясом у меня составило 280 грамм, а готового риса 165 грамм. Количество риса и количество индейки с овощами и соусом карри я напишу, сколько всего получилось. Риса я, естественно, варил поменьше, потому что рис я люблю есть свежий. Готовится он 20 минут, которые я с удовольствием инвестирую, чтобы его приготовить. Если вам понравилось это видео, оставляйте ваши комментарии. Ставьте лайки, а я вам желаю всего самого доброго и до новых встреч!